Сегодня в Чебоксарах прошло заседание городского собрания депутатов. Один из вопросов повестки дня – выбор нового главы столицы республики. Этот пост стал вакантным в конце августа после смерти Олега Картунова. Все это время обязанности главы города выполнял его заместитель Евгений Кадышев. Кадышев уже был мэром в предыдущем созыве. Во вторник его кандидатуру вновь выдвинули на этот пост. Как проходила процедура выбора, в репортаже Татьяны Молоковой. В самом начале заседания представление новых депутатов. Они получили мандаты после победы на дополнительных выборах 11 сентября. Теперь интересы жителей в своих округах будут защищать Инна Исаева, Владимир Доброхотов и Павел Литвиненко. На пост мэра на собрании выдвинули только одну кандидатуру – Евгения Кадышева. Вся наша работа будет подчеркнутая и проведена дальше под эгидой тех начинаний, которые Олег Игоревич пытался с нами же и решить, и начать. Мы будем дальше также продолжать работу с нашим населением. Будем работать во дворах, будем работать в округах, будем опять же работать над расширением общественных пространств, над тем, чтобы у нас также были хорошие дороги. Все фракции городского собрания поддержали Евгения Кадышева и выдвинули его кандидатом на должность главы. А дальше – тайное голосование. Евгений Николаевич нам уже знаком, не первый созыв депутатства. Он уже был главой города, показал себя очень достойно, как грамотный управленец. И также он сейчас, после ухода от нас Олега Игоревича, он временно исполнял свои обязанности главы города. После подсчета голосов главы города единогласно избран Евгений Кадышев. Клянусь, при осуществлении полномочий главы муниципального образования города Чебоксары соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Чувашской Республики, Устав города Чебоксары, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять обязанности высшего должностного лица города Чебоксары, столицы Чувашской Республики, верностью, с верою служить народу, прилагать все усилия для развития и процветания родного города. Евгений Кадышев уже был главой города в предыдущем созыве Чебоксарского собрания. По его словам, для него сегодняшнее избрание – новый вызов, и придется работать по-новому. Это был другой город. Сейчас город совершенно другой. Какой сейчас город? Сейчас город намного интенсивней. Во-первых, уже весь цифровизован. Город совсем другой. Внешняя среда совсем другая. Приоритеты совсем другие. Я не думаю, что будет легче. Я знаю, что это такое. И знаю, что придется работать много, и работать надо осознанно и сознательно. С избранием на должность Евгения Кадышева поздравил глава республики Олег Николаев. Уверен, что вы с первых дней возьметесь очень активно реализовывать все те задачи, которые стоят перед городом Чебоксары, ну и несомненно, который является такой составной частью плана развития Чувашской республики. А учитывая масштабы города Чебоксары, это, конечно же, львиная доля задач, которые делают, может быть, даже основополагающий вклад в развитие республики. Реализация нацпроектов, формирование комфортной городской среды, исполнение региональных программ. Спектр работы, который предстоит мэру, широкий. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.